Жизнь продолжается. В поселке Таежном начали строительство новых домов для погорельцев. Массовые пожары произошли здесь весной. 47 местных жителей потеряли имущество. Губернатор Евгений Куйвышев поставил задачу возвести жилье для пострадавших за один строительный сезон. Собирают очень быстро. Вот сейчас вот я проходила, вот этот дом начали только второй соседний собирать. Его уже, он уже почти в сборке, вот еще крыша только осталась. Внутри все красиво. Вот пока еще там даже ничего нет, но там уже красиво. По данным регионального Минстроя, первые фургоны с комплектующими для сборки домов прибыли в поселок на прошлой неделе. Из-за болотистого грунта в Таежном строят каркасные дома на винтовых сваях. Строители завозят готовые стеновые панели. Это позволит произвести монтаж в короткие сроки. В первых трех домах уже установили полы, стены, перегородки и приступили к монтажу крыш. По проекту здесь предусмотрены котельная, кухня, гостиная, спальня и гардеробная. На сборку одного дома требуется порядка 5 дней. Всего в Таежном планируют возвести 26 домов.